Ну и главная достопримечательность местной свадьбы – это самые красивые девушки на свете – киргизские. Внимание! Как настроение? Салам алейкум всем! Видите, какие жизнерадостные, красивые. Спасибо большое. Сейчас я еще кого-нибудь поснимаю. Салам алейкум, брат. Кандай, можно вас поснимаю? Ой, блин, спасибо. Я вас чуть-чуть поснимаю, можно? Всем салам алейкум. Кандай, как дела? Нормально. Все хорошо? Спасибо. Как вам той? А, супер, супер. Я еще буду тост говорить и, возможно, песню петь, если не против. Если вы не против. Можно? Спасибо. Вот так происходит пока свадьба у нас. Ой, простите, пожалуйста, опять моя ленточка влезла в кадр. Салам алейкум тебе тоже, брат. Вот и даже дети есть здесь. Короче, самое интересное у нас впереди. Возможно, даже я немножко поучаствую. Я сейчас еще немножко покажу вам тут милых дам. Салам алейкум! Кандай, как дела? Спасибо. Из Европы. Так, вот тут у нас музыканты. Вот тамада в расшитом пиджаке. Мой коллега. Я? Подожди, я пока занят. Сейчас.